Всем привет! Сегодня готовлю окорочка в соусе карри с шампиньонами и сладким болгарским перцем. Блюдо несложное в приготовлении, при этом благодаря ингредиентам получается сочным, вкусным и ароматным. Чеснок порежу на кружочки. Окорочка я разрезала на голени бедрышки, предварительно промыла, обсушила бумажным полотенцем. И чтобы мясо получилось более ароматным, начиняю его кусочками чеснока. Подготовленное мясо укладываю в форму для запекания, предварительно слегка смазанную растительным маслом. Болгарский перец я помыла, почистила от семян, теперь порежу на кубики. Положу его поверх мяса. И нужно не забыть посолить и поперчить по вкусу, или предварительно можно натереть мясо солью и перцем. Поверх распределяю резанные маринованные шампиньоны. Чтобы приготовить заливку, к муке добавлю карри, перемешаю. Разведу охлажденной кипяченой водой, перемешаю, чтобы не было комочков, слегка подсолю по вкусу. Подготовленным соусом залью мясо. Блюдо отправляю выпекаться в заранее разогретую до 160 градусов духовку, примерно на 1 час. Блюдо готово, получается аппетитно ароматным. Для гарнира идеально подойдет рис. При подаче посыпаю блюдо свежей зеленью. Поскольку окорочка томились в соусе, мясо получается особенно нежным и сочным. И мне остается вам пожелать приятного аппетита, всего самого доброго и до новых встреч на видео!